Война началась, мне было 16 лет в Югославии. Я Югослав. Когда немцы напали на Советский Союз, Тито, вождь югославских коммунистов, призвал народный восстание против оккупантов. И началась вооруженная партизанская борьба против оккупантов и сил. Я оказался единственным молодым коммунистом в своем селе. Наша задача была поднять народ на восстание, на сопротивление. Вооружать партизан, надо было кормить, надо было одевать, все. Я так годы проработал. А в этом местечке, где я жил, был гарнизон итальянских карабинеров, жандармов. Один прекрасный день они окружили здание, в котором он находился, уже мне 17 лет, наручники и концентрационный лагерь, который итальянцы имели на Адриатике. Если в одном, в твоем местечке убили итальянца, за него расстреливают людей, в зависимости, кого убили, сколько убили, какой чин офицер, рядовой и так далее. Кормили, конечно, ужасно, люди умирали от голода. И я, когда пришел, нас двое, из моего места, нас двоих в этот лагерь, я сразу включился в работу антифашистской подпольной организации, которая действовала в этом лагере. И наша задача была в первую очередь спасать умирающих от голода. Всех нас спасло то, что Италия рано капитулировала. Она капитулировала в сентябре 1943 года. Мы разоружили эту охрану, и то многие еще вступил в партизанский отряд, который действовал на островах.